Держи, 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 ручка. Так, поднимай, поднимай, поднимай. Вот. Марк затащил покушать картошку фри, сказал. Вика отказалась на менте. Вот Марка сфотографировали с обезьянкой. А этот человек, у которого животные, не растерялся, скорее всунул нам еще и попугаев, чтобы за них дополнительно платили, но я отказалась, сказала, мне фото только с обезьянкой. Фото с обезьянкой 300 рублей на свою технику, сколько угодно фотографий можно сделать. Вот. Вика с нами не пошла. Целый день она гуляет с девочками в отеле. И никуда вообще не хочет идти. У Марка всегда одно блюдо. Картошка фри и наггетсы. Или куриные кусочки. Принесли вот на таких картонках. Ну как? Ну, отлично.